Таким образом, у нас сейчас выглядит ситуация следующим. Следующий вид она имеет. Итак, Юдзуру Хани у нас лидер. Общая сумма 259.54. За ним стоит Адам Риппон 239.69. Нам Гуен и Александр Петров. Ну, то есть Саша Петров наш, скорее всего, будет шестым в итоге. Ну и давайте посмотрим. Патрик Чан накануне сорвал только один элемент. Ну и еще, в общем, так будем говорить, полтора элемента не исполнил. Что покажет сегодня? Ханю сегодня катался здорово. Не безупречно, но здорово. Ух ты! Да. Прежний Чан, высота какая, да? 4-4 высота. Затягом, как говорят фигуристы. Затяжной прыжок, да. То есть такое ощущение, что там где-то еще пятый оборот можно вместить. Красавчик. Приземление, значит, четко, как на параде. Сбивает приземление. Разозлился, мне кажется, очень сильно. Чувство покатания, он так... А вот здесь только тройной тулуп. Тройной, да. Но вместо какой... четверного. Ну, такой тройной, знаете, с намеком, что можно было четверной делать, безошибочный тройной. Поэтому судьи могли догадаться, что еще впереди будет что-то интересное.
Да. А что тут еще скажешь? И вот то, что зал встал, вот зал. Здесь он встал правильно. Не договаривается. Не на Дюамель Редфорд, да? А вот на него. Причем, знаете, как я наблюдал незаметно, волной поднимался зал, причем с разных мест. Это не причем было. Уже секунд за 20 до финала. Секунд за 20 до финала. Знаете, вот я... Мне все время хочется после такого проката, извините, спросить ему... Патрик, как ты Олимпиаду не выиграл, а? Ну, вот, черт знаете, возьми, ну Андрей, как? Андрей, знаете, что я сейчас подумал? Смотрите, какой простой костюм. И ни в одном в своем выступлении не видел какого-то чересчур выдуманного костюма. У него? Да. Ну, вот это... чуть-чуть он, конечно, в короткой здесь, по большому счету. Вот, мне кажется, и короткая она у него такая. Он вышел расслабленно, знаете, год в шоу. Я говорю, в шоу добавляют нарциссизм, теряется да. Спортивность какая-то. Поэтому... А вот здесь он вышел как чемпион, как спортсмен. То есть он доказал сам себе, что расслабляться... Вы правы, что да. Он так разозлился, видимо, на себя. Конечно, конечно. Может, разозлился, что он, не знаю, в шоу не выступал. В шоу он чемпион и чемпион, понимаете, как бы он не откатался. А здесь откатался, он уже второй. Откатался, он, понимаете, да, о чем мы говорим? Да. И он разозлился, он сказал, все-таки я чемпион. Не чемпион в шоу, а в спорте чемпион. И доказал. Да немножко злой он был, почувствовал в программе. Но вот эти, по-другому вот эти четкие приземления, штампованные, это показывает, получите. Как вот, смотрите, как чисто. Такая, знаете, фирменная чановская роспись в каждом помните, прыжке. Помните, я давно-давно, как сказал, не злите Жене Плющенко. Помните, когда он был получил дело, да. Оценки небольшие, да, несправедливые. Вот поэтому то же самое. Мимика видели, да, у тебя прелесть. Потрясающий, конечно, фигурист. 24 года в декабре. У него день рождения, между прочим, под самый Новый год. Должно исполниться 25. 190-33-271. Ух, как, а? Но я вам хочу сказать, что по техническим элементам 95-17, это получается, что у Ханюта оценка за технику выше, чем у Чана. Выше. Но компоненты у Чана аж почти на 7 баллов. Почти на 7 баллов превосходят компоненты Ханью. А вот и Ханью.